Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Ну так еще. Люб, да ты что, охерела, что ли? Ты вообще знаешь, что такое отдых дикарями, Люба? Да, знаю. А когда у тебя муж не заработал, а Таиланд и отправляет отдыхать в лес. Ты вообще-то весь наш Таиланд себе на ногти намазала. Все. Ой. Ногти твои дебильные. Ты не забывай, туда еще мать твою положить надо. В багажник, что ли? А куда? Может, в салон ее посадим? Ее ж ни один ремень не обхватит. Меня сразу же оштрафуют. Игорь, ты, по-моему, мою маму недолюбливаешь. Ага, недолюбливаешь. Я ей вообще-то там мягкий коврик бросил, чтобы башкой не ударился об мангал. Нормально, удобно тебе? Это кто такой? Это сосед. Ты что, его с собой берешь, что ли? Ну да, вдруг там что-нибудь сломается, у тебя руки. Ой, и ладно, ты задолбала, все. Игорь, ты с ума сошел? Ну зачем столько алкоголя? Мы едем на 2 дня. Люба, ну останется, домой привезем, ничего страшного. Ага, а из открытых еще скажи, что выльем. В прошлом году еда закончилась, а мы еще 3 дня жили, ждали, пока ты допьешь. Люба, отдыхать вообще-то надо уметь. Алкашня. Соглашусь, врач. Ну, Галина Ивановна, ну проверите вы второй подбородок, а? Ну, видите, не входит ни хера. Ага. О, вот так. О, нормально. Люба, из-за твоего говна у меня удочки не входят. Да не бери ты их, я купила рыбу. И если ты сейчас скажешь, что в рыбалке важен процесс, то, между прочим, в сексе он тоже важен. Но тебе там достаточно лишь один раз закинуть. А ты не сравнивай. Рыбалка — это вообще-то другое совсем. Я не поняла, зачем нам утюг? А ты же, Люба, все время говоришь, что у тебя времени нету дома ничего гладить. У тебя на отдыхе масса времени будет. А я тогда шубу с собой возьму. А у тебя нет шубы, Люба. А я в кредит ее возьму, а на природе у тебя будет масса времени подумать, как за нее рассчитаться. Вот так вот. Да, Люба, это же шутка была, Люба. Все в порядке, Галина Ивановна? Да-да, Игорёш, просто поперхнулась. Люба, ты куда пакет со жратвой положила? Ну так ты же удочки взял. Хорошо, заодно хоть похудеешь, жопа меньше будет. Да за мангалом лежит, что я дура, что ли, на тебя надеяться, ну вон же. Да я сосиску хотел взять. Шанса нет. Ой, Игорёша, можно Губина включить, нет? Нет, конечно, а. Люба, это моя машина, это моя территория. Понравилось видео, ставьте лепешки. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и не забывайте про Инстаграм и группу ВКонтакте. И обязательно пишите в комментариях, без чего ты не можешь обойтись на отдыхе. Ну все, мужики, пока!